Медалём Франциска Скарыны узнагароджаны профессор Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Міхаіл Шалак. Так, на дзяржаўным узроўні адзначаны яго шматлікія інавацыйныя распрацоўкі, якія паспяхова выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. У нас положение. Всем профессорам мы вручаем мантии. Профессоры одной из старейших у Европы аграрной высшей установы одевают свои манты с нагоды урочистостей. Вось, например, их коллега-навуковец Михаил Шалак узнагороджены медалем Франциска Скарыны. У нас работают уникальные преподаватели. Вот, более 600 человек. Но среди них, конечно, выделяется вот, особая группа. Это профессора. Вот. Докторов и профессоров в академии работает 30 человек. Михаил Владимирович створил сапраўдную навуковую школу. Его вучни теперь выкладывают у академии. Закончила аспирантуру под его руководством. Вот, собираюсь защищать диссертационную работу. Вот, Михаил Владимирович мне дал путевку в жизнь. Михаил Шалак доследованием присвятил амаль паўстагоддзя. Так, подчас одной из апошніх работ вывучал, як у жывёлагадоўлі можно выкарыстоўваць звычайный кмен. И заметил в том, что, вы знаете, если животные больные, то они идут и ищут тмин. Посмотрели на использование тмина по откорму крупнорогатого скота. При откорме, качество мяса тоже связано с этим дальше. Посмотрели в свиноводстве, в свиньях очень хорошие результаты, получили хорошие результаты, которые свиноводство, то есть качество продукции. Перспективные выники, на думку Михаила Владимировича, дает применение у живелогадоули лазера. Икра. Видите, сколько икры сразу? И когда идет обогащение этим лазерами, когда освещаем, то в 2,5 раза рыба быстрее растет. А теперь профессор доследует применение лазера у птушкогадоўлі на базе одной из фабрик, где выращивают индыкоў. Татьяна Серахійчык, Юрий Ауласцоў, новини региона.